Ремонт улицы Ришельевской подорожал на 15 миллионов. Напомним, еще год назад городская власть занялась ее благоустройством, на что было выделено более 90 миллионов гривен из городского бюджета. Ремонт планировалось завершить к декабрю, однако неожиданно у компании-подрядчика появились дополнительные работы. О ремонте улицы Ришельевской в Одессе знают все. А благодаря тому, что он затянулся на целый год, о нем узнали и гости города. Весь курортный сезон центральная улица была перерыта и раскопана. Плитка снималась и укладывалась несколько раз к ряду. Опоры для проводов снимались и ставились в самых неожиданных местах. Тень Пушкина то исчезала, то появлялась снова. Коммуникации менялись, их рвало, и они снова менялись. В общем, потрудилась компания-подрядчик на славу. Да и чего было не трудиться, если под это самое дело ремонта Ришельевской из городской казны было выписано 92 миллиона гривен. Вот что по этому поводу пишет издание 048. Напомним, еще в феврале прошлого года мы рассказывали вам о том, что на капитальный ремонт тротуаров по улице Ришельевской в Одессе подрядная организация «Росдорстрой», связанная с мэром Одессы Трухановым, запросила в 10 раз больше денег от их рыночной стоимости. Малиновский райсуд Одессы тогда разрешил изъять договор управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, заключенного в июле 2017 года с фирмой «Росдорстрой» на сумму почти 93 миллиона гривен. Согласно данным, опубликованным на портале «Прозора», работы на 92 миллиона гривен «Росдорстрой» должен был закончить еще 10 дней назад. Но заказчик работ, управление дорожного хозяйства, заключило с подрядчиком дополнительный договор, увеличив стоимость ремонта на 15 миллионов гривен. Да-да, вы не ослышались. Мы с вами из своего кармана выкладываем еще 15 миллионов ради сомнительного удовольствия лицезреть бесконечный ремонт. Это уже стало даже как-то и смешно, и грустно одновременно обсуждать подобные вещи. Потому что никто не контролирует все эти ремонтные работы. Никто не видит непосредственно проектно-сметной документации. Что попадает в тендерную документацию и как происходит ремонт, никто не контролирует. Конечно же, есть для этого там технические надзоры и так далее. Но подобные траты из бюджета, которые достигают сотни миллионов гривен, мне кажется, что любая... служба, там, что полиция, СБУ тоже иногда этим интересуются, должны были бы этим вопросом заняться. То, что ход ремонтных работ и, соответственно, траты на него никто не контролирует, понятно даже по внешнему виду произведенных работ. Новые опоры, которые едва держатся, куча бесхозной плитки, которую то ли сняли, только собираются уложить еще раз, кривенькие пандусы для колясок и новые дырявые крышки люков. Безусловно, украшения отремонтированы за 107 миллионов наших с вами денег улицы Ришельевской.